наконец-то, есть, попалась красавица. Смотрите, какая лапочка. Клюнула хорошо, потянула. Наконец-то я увидел поклевку. Это просто супер. Есть, есть улов. Умничка, порадовала меня. Такая красавица, ну просто прелесть. Конечно, я отпущу ее или серика буду искать, отдам кошке здесь. Так что есть поклевка, есть начало. Я рад, неимоверно, боженьки, это просто прелесть. Я хочу с этой красавицы. Ну, наконец-то моя мечта сбылась, я дождался этого. Конечно, великан, такой гигант. Плотвичка, красноперка, плитка, много названий, все похожие такие вот, эти рыбки классные. Так что супер. Ну, я думаю, вам также интересно. Потянуло хорошо, да. Даже вот давайте сейчас постановочное видео попробуем сделать, чтобы насладиться еще поклевочкой, да. Вот так вот она клюнула красиво, да. Ну, это просто класс. Так что есть, улов есть, наконец-то открытие, и это уже открытие сезона получается, ну, просто класс. Я только записал вот видео, первый сюжет, и сразу же так, все, ловлю, 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 счастливо. 15.45 плюс 3 плюс 5, и пишут синоптики сейчас погода, видите, как по мне, то... 0 градусов, еще и дождь, осадки, по прогнозу все сбывается. Впереди посмотрел прогноз ночью, минус 2, минус 1, плюс 6, плюс 7, такие перепады будут. Поэтому я думаю, что рыбалка еще будет. Но на сегодня поклевок нет, не было, вот 100% результат. Моя добыча сегодня, первая рыбка в этом сезоне. Плотвичка небольших размеров, да, красавица, чудесненькая. Конечно, серика, что там уже искать, отпустим, пусть родненькая живет, растет и с родителями общается, правильно? И, конечно, крупненькая уже попадется летом на плитах с орешком, правда? Счастливо тебе, дорогая, проголодалась, клюнула, порадовала меня, конечно, это супер. Мне понравилось. Так что не зря уже вышел, развеялся, проветрился. Да, даже очень проветрился, но прохладно. А рыбалка, думаю, еще будет. И я думаю, что еще не закрытие. Если ночью температура будет минус, хоть небольшой, уже будет сохраняться лед. Наращиваться больше, становиться и крепче вряд ли, но хотя бы, чтобы сохранился. Ну, на этом, думаю, все уже. Весь, да. Так что счастливо, до новых встреч с горишком. Будьте мне здоровы и счастливы. Дождик опять начинается. Вот такая зимняя, лютый воскресенье. Погода и рыбалка получилась у орешка. Неделя. Вот первая рыбка сегодня мне попалась в этом сезоне, 23-м. Счастливо, айфи друзья, побачення!